Сегодня Бог проснулся утром рано. Он жалобы и просьбы почитал. И людям из кувшина без обмана желаемое в сердце наливал. Но не у всех было открыто сердце, и место есть для чуда не у всех. То завистью, враждой подперта дверца, то жадность не дает налить успех. А у кого-то до краев разлито, печаль и безысходность. Вот беда. И Бог жалел, что сердце это скрыто. Любви хотел налить, да вот куда. И Бог грустил, что люди не умеют сердца и души чистить от обид. Они с годами в сердце каменеют, и сердце превращается в гранит. Но Бог ходил, смотрел и улыбался, когда сердца влюбленные встречал. Он брал кувшин и от души старался, им счастье в сердце бережно вливал. А люди постепенно расплескали подаренную Богом благодать. Всех вокруг в утрате обвиняли, забыв самих себе вину искать. Ведь если б мы могли прощать и верить, любить, благодарить и отпускать, то Бог бы мог ни капли счастья мерить. Кувшин волшебный весь бы мог отдать. Сегодня Бог проснулся на рассвете. Огромный ящик с просьбами у ног. А рядом лишь один без просьб конвертик. Благодарю за все тебя, мой Бог.